Всем доброе утро! У нас сегодня блинчики. Будем сейчас объедаться. Ребят, всем привет! Мы позавтракали, немножечко попукали. И сейчас идем на бассейн, как вы могли догадаться. У меня, видите, с собой пончик. Второй пончик с водой. Я еще взял с собой GoPro-шку и плавательные очки. Так что бассейн обещает быть очень веселым. Родители уже здесь купаются. Как водичка? Хорошая. Нет, холодная. Чё ты врёшь? Холодная-холодная вода. Надо вам лежак полежать. Давай. Паша. Шутки от маршрутки. Добавь пальцы. Киса, холодно, не надо так делать. Ну чё ты сел сидишь? Мне нравится, я сижу, загораю тут. Давайте с папой соревнования. Какое соревнование? Ну, на самые большие, на самые маленькие брызги. Будет ничья. Почему? Папа больших выиграет, ты маленьких. Киса! Я спасу тебя! Мне кажется, я очень классно в этих очках увижу. Help me, help me. Сейчас я ее буду спасать. Ребят, 100 лет не снимали с GoPro-шки, я даже не помню, как она вообще работает. Ну, хорошо, что здесь только одна кнопка. Включение и выключение, и все. Так. Блин, прохладненько что-то на самом деле. Кис, я плыву к тебе, ты готова? Давай еще раз. Давай еще раз, Кис. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай еще раз. Я все вижу под водой. Help me. Спасите меня. Закрывай глаза. Киса, Киса. Пойдем, короче. Кого я снимал? Пойдем, не знаю. Пойдем, мама, брызгаем. Поплыли, она закрывает. Да нет. Нет, маму нельзя обижать. Да можно чуть-чуть. Нет. Ну, дается. Чуть-чуть, дольку-то можно. Она потом перестанет тебе кушать готовить. Ты будешь готовить, значит. Там глубоко, я тебя не унесу. Так я плавать не умею. Я сейчас начну тонуть. Да ну! Мы тонем! Кис, плыви сама! Мне... С одной рукой плыву! Ну нифига себе! Ты готова? Ну подожди, нет! Я вас загнал! Слышите крики? Это папка! Вас снимает скрытая камера! Да это Пашка был. Это, кстати, не моя была идея. Чё? Это твоя была идея. Тут все записано. Я это все удалю. Интересно, я пролезу в этот круг? Я думал, я пролезу. Но я что-то слегка подзастрял. Съемка с двух камер. Я это выключу. Паша застрял в круге.
Я просто боюсь, что я как с Рудольфом. Сломаешь его? Ой, а чем как ногами? Смотри, переворачивание круга показывает. Чиц. На меня-то брызгать не надо с камерой. Ну что тут у тебя не получилось? Я здесь! Прикольная у тебя прическа так назад. Я чихну. Чихай. Какой у меня хороший муж. Смотрите, он сходил, принес нам черешню, орешки. Ну, вообще, воды холодные, водички холодные. Тебе телефон. Да. Я такой молодец. Вообще, умничка. Что ты там делаешь? Че, ничего, смотри, давай пусть. Даже лед туда положил, чтобы она холодненькая была. В бассейне кроме нас никого, смотрите, как вода просто штиль. И мама пошла купаться, сразу такая волна идет. Прикольно, она такая шик-шик и создает тень. Киса! Привет! Привет! Ты какой красивый котик. Идем уже домой, накупались, назагорались. Надеюсь, что я загорела. Мне кажется, я не сильно загорела, хотя я и никогда не стремилась стать шоколадкой. Мне, в принципе, нравится мой цвет кожи. Но летом все равно хочется немножко подрумяниться. Не будь уж совсем белой. Калибри убедила. Я тут стою в купальнике, готовлю обед, потому что все очень сильно проголодались. Все уже сходили в душ. Но как бы я готовлю в купальнике обед, почему бы и нет. Готовлю супчик том-ям, который мы вчера все захотели. Вот, будем сейчас обедать. С креветочками. Вот они. Ребят, всем привет, с вами Паша и Катя, и у нас сегодня рубрика «Письма и открытки». Мы зашли на почту и получили вот такую вот замечательную открытку от Антона Козлова из Минска. Он пишет: «Привет, и как настроение у нас?» спрашивает. Настроение просто шик и блеск. Как еще может быть? Логично? Да, очень красивая открыточка, спасибо большое. Да. Мне кажется, это я. Похоже? Очень похоже. Вот, и еще... Нам пришло письмо, знаете, откуда? Из Марокко. Хотела сказать, что никогда не угадайте. Давай заново. Давай заново. Ребят, представляете, мы получили письмо, никогда не угадайте. Чего? Никогда не угадайте. Давай. А еще мы получили... Да что, хорошо? А еще мы получили письмо. То есть, если я как бы эти, давай. Подожди. Я плакала как будто. Это я смеялась. Ты готова? А еще мы получили письмо. Да ты должна сказать! Никогда не отгадать! Точно. Ты готова? А еще мы получили письмо. Никогда не угадать! Короче, письмо из Марокко. Мне кажется, ты уже до этого сказал, да? Да. От Амиры. Не знаю, какая у нее фамилия. Да, там очень сложно прочитать, если честно. Доставай. Что же там такое? Много чего. Что же? Так. Ну, давай начнем с открыток. Ну, целых две открытки. Ну-ка, покажи. Одна такая красивая. Да. О, прикольно. Другая вот такая. Можно посмотрю? Марокко. Марок. Мы не были там. Мы вообще не были там. Маракеш. Маракеш? Маракеш. Рабат, Эль-Хадида, Макнес, Метелт. О, она вот из этого города. Нет? Да, вот да. Оттуда. Тут на карте видно, короче, откуда она. Вот отсюда. Я прислала Амира. Вот с этого города, где мы средний палец. Какой читать его правильно? Оужда. Ну так вот, Амира пишет нам. А, покажи, что это такое.
Это какой-то брелок с мишками. Да, сейчас давай распакуем. Окей, пока распаковываю, сейчас читаю письмо. Доброго времени суток. Меня зовут Амира, и мне 19 лет. Это я письмо читаю. Я живу в Марокко. Я наполовину русская, наполовину марокканка. Прикольно. Я нашла ваш канал где-то полтора года назад, и он мне понравился вашей искренностью и позитивом. А еще мне было интересно узнать о вашей жизни в Америке. Заряжайте нас вашей энергией через видео. Лично Кате хочу сказать, что ты необычная и очень красивая девушка. А Паше хочу сказать, что он самый прикольный паренек, которого видела на YouTube, да и в жизни тоже. А главное то, что вы вместе создаете такую уютную атмосферу, что так и хочется пересматривать ваши видео. Вот так. Очень приятно. Я захотела отправить вам письмо, так как подумаю, что вам необходима открытка из Марокко. Понимаешь? Первая открытка из города Ужда. Ужда. Вот как это город называется. А я как сказал? Ужда. Ужда. Немножко. Ну, почти так. Или как еще его называют Уджда. Уджда. Это город, в котором я живу. Вот, а вторая открытка с главными депрессией печатной в атлетчика и атрибутикой Марокко. Еще в подарок хочу подарить вам парные брелки. Я думаю, они на вас похожи. Та-дам! Вот такие вот мишки. И подпись «С любовью, Амира». Спасибо. Очень спасибо. Да, very much. Прикольно, мы на самом деле, когда увидели письмо такие, прочитали Марокко и такие... ничего себе. Мы в шоке, что нас да, с Марокко смотрят. Ну а вообще мы уже пойдем отдыхать. Уже у нас вечер. Вечерний вообще почти ночь. Ничего, вечерний. Будем с вами прощаться. Всем хорошего дня. Отличного настроения. Ты должен был это сказать. Нет? Я не должна. Удачного настроения. Вот. В общем, не попукивать. Да. Всем пока-пока. Пока.